розу я принес для Епенченко. Для Алены. Да, Алена. Это роза для тебя? Давай я тебе ее отдам. Это роза. Вот выгоднее ее подарить ее бывшему, Никите, или Барзикову? Ну, я бы хотела Никите отдать. Так что, хотела бы, так отдавай. Отдам. На коленях, Алена. А тогда давай рядом с Никитой садись. А что дальше будем делать, ребят? Ну, будем просто сидеть так дуться друг на друга или а что? Вот, вот смотри, видишь, Никита, она тоже к тебе сейчас сделала первые шаги. Дальше что? Она меня бросила. Алена, пожалуйста, розу забери.